Отвлеклись на телефон или не пристегнули пассажира, получили штраф. Камеры фото и видеофиксации правонарушений в Советском районе научились распознавать разговоры по телефону за рулем и отсутствие ремня на попутчиках. Четкость изображения позволяет определить на фото руку с телефоном у лица. Комплекс слежения назвали «Пульсар». Новую систему наблюдения для начала установили на большом перекрестке Молокова 78-й добровольческой бригады. Камеры заработают 15 января и смогут фиксировать несколько нарушений за раз, как на машинах с левым, так и с правым рулем. Указанный комплекс, помимо уже имеющихся составов административных правонарушений, имеет возможность фиксировать два новых состава использования ремней безопасности не только водителям, но и пассажирам. Комплекс имеет возможность фиксации нового состава административного правонарушения – это использование водителем телефона во время движения автомобиля. Штраф для слишком общительных водителей, напоминают в госавтоинспекции, 1500 рублей. При этом использовать телефон с гарнитурой или громкой связью, если это позволяет вести переговоры без рук, не запрещено. Вместе с новыми видами нарушений камеры продолжат фиксировать и уже привычные выезд за стоплением, превышение скорости, проезд на красный, движение не по полосам. Цель нового комплекса, заявили в Краевом управлении дорог, это снижение аварийности на конкретном участке.